подходим, послушайте немного пищи духовной, а потом пища телесная. Знаете, можно только покушать, а духовно быть, остаться голодным. Нет, и послушать надо. А нужно, замечательные слова, послушать и что-то услышать для себя. Знаете, сегодня многие люди слушают много информации, но только единицы слышат эту информацию. Потому что слышать, это надо что-то с этим делать. Это не просто, вот так, знаете, услышал, в одно ухо влетело, а в другое вылетело. Я сегодня хочу напомнить вам слова, которые записаны в этой маленькой по размеру святой книги, но очень емкой и очень глубокой книги. Написано в этой святой книге: все согрешили и лишены славы Божьей. Все до единого люди согрешили, лишены славы Божьей. А знаете, что это говорит? Бог сотворил тебя, дорогая душа, для славы Божьей. Бог сотворил нас, людей, для славы Божьей. Но когда грех вошел в жизнь человеку, когда человек обольстился и вкусил запретный плод, то произошли разрыв отношений. Не в километрах, а взаимоотношения между человеком и Богом стала великая пропасть. И по этой причине Бог за то, что человек согрешил, Бог его...